Кого же я себе напоминаю? Эту, которая... Наконец-то! Наконец-то победили мои хейтеры! Ты вышиваешь колхоз! Вышивальщицы очень хитрый народ, они могут продлевать себе Новый год до бесконечности. Ну, то есть вышивать просто тематически, как какие-то такие работы, как я вот в январе, весь январь вышивала Снегурочку, и вот весь февраль я вышивала Деда Мороза. Выпуск творческого вестника арт-колхоза «Сказочный лес». Эмоции лисенка, кстати, вот через камеру виднее, чем в жизни. Угу. Ромашка, ромашка, цветок полевой, рядом с ромашкой колокольчик молодой. Колхоз так колхоз, сдаюсь, все, вышиваю колхоз. А с вами была Леся из сказочного леса, из колхоза нашего вышивального, с крестиковых полей. Я вам очень благодарна, готова расцеловать каждого. Вместо вот этого ужасного иностранного слова «дайджест» я хочу делать какой-нибудь колхозный вестник.